Друзья мои, с вами Юлия Дмух. И вот сегодня второй день работы выставки Handmade Expo. Я сейчас нахожусь на стенде наших партнеров компании «Лавка художника». И я хочу показать вам фрагмент мастер-класса, который будет прямо сейчас вот здесь на стенде компании проходить. Это... Мы сегодня техника, будем, да, расскажите, патину. Юлечка. Будем использовать патину немецкую Viva. У нас есть вот такая вот палитра. Угу, патинирование, так. Будем состаривать мышку. То есть мы сначала нанесли патину, она подсохла, и сейчас будем просто вот потирать... Патину какую? Покажите. Вот эту патину мы наносили кисточкой? Кисточкой, так, отлично. Теперь мы убираем все лишнее, чтобы наша мышка сейчас заиграла. Ага, это будет такой стиль шевишик, да, правильно я понимаю? Да. Отлично, хорошо, так. Оттираем ее. Угу. То есть все выпуклые места, да, становятся более светлыми. Угу. Есть такое, ага. Патина хорошо. На водной основе. А можно ее применять? Она не токсична? Не токсична. То есть можно с детками работать, да, если... Применять можно на пенопласт, на разные скульптурные массы, можно тонировать. То есть практически все поверхности. Так, отлично. Да. Так, вот так она выглядит. Есть. И добавим мы на нее чуть-чуть жидкой поталь. Так, вот такая поталь. Она, жидкая поталь немецкая. Выглядит вот так на ракушке. Ага, это устрица такая красивая, да, стала. Да, отлично. Да. Так, хорошо. Теперь добавим следующий этап. Немножко. Жидкая поталь. Да, берем кисточку. Кисточка синтетика или натуральная? Синтетика. Угу. А если я возьму натуральную, то что будет? Просто краска, она идет на основе растворителя. Лучше брать синтетическую. Все понятно, хорошо. И... То есть вот прям точечно, или вы как-то ее там... А можно покапать, можно поливать, это уже, ну как... Ага, если поливать, то оно будет прям как течь, да, такими, да, подтеками. Ага, носик позолотили. Так, хвостик. А ну-ка, хвостик красиво. Так, хорошо, сильно много жидкости, да? Да, да. Ага, чуть-чуть. Может, ее надо всколотить немножко? Да, да, да. Угу. Так, есть. Так. О, пошло золото. Есть. Золотая поталь. Угу. Опять-таки, хотите себе... Подтираем подправьте. Чуть-чуть, да. Угу. А вот эта серая мышка, она тоже паталью покрыта? Паталью, да? И просто серым оттенком патины. Угу. А вот эта черепаха зеленым оттенком патины покрыта, да, правильно, да, я понимаю? Ага, вот они все разные. Есть. Вот ангелочек, тут смесь зеленой и бежевой патины. Ой, очень красиво такой получился. Ага. Винтаж прямо. Супер. Так. Угу. А мы мышку тоже можем ей где-то чуть-чуть коричневого что-то добавить? Или уже это поздно делать, можно, если захочется? Просто оно, ну, будет еще подсыхать достаточно. Хорошо, долго, если, да, я дома буду это делать, я могу добавить, да, коричневый, подождать, пока высохнет, и потом... Смешать, ну вот как здесь, например, взяли голубой оттенок, взяли этот бежевый, затонировали, ну подождали, все лишнее вытерли. Отлично, все, добавили понятно. Золото по желанию. Отлично. Вот здесь, хорошо, а какова стоимость вот паталей и вот этих маленьких бутылочек патины? Есть разная фасовочка патали. Сейчас на выставке можно купить 20 мл за 130. Так, отлично, хорошая цена. Вот, маленькие баночки по 20 гривен. Отлично, патина, да? 18. Прекрасно, 18 гривен. Юль, такой вопрос еще. А вот это вот, что у вас за... Вот это аэрозоли. Вот. А это что? Аэрозоли, это тоже... французские. Вот это на водной основе подходит в том числе для пенопласта. Угу. То есть он не растворяет, нет, синтетические, да, материалы. Да. Угу. Если брать хромированное серебро, например, это будет растворять. Ага. Но при этом серебро, ну, прям блестит. Ну, хром, это, понятно. Это, яркое. Зеркальное. Угу.
Вот, поэтому, ну, это на пенопласт не подходит, но, опять-таки, ну, по твердым поверхностям, там, пластик, ну, какой-то акрил, наверное, дерево, металл, ну, все это подходит. Поняла. А вот еще вариант, например, восков каких-то таких тоже патинирующих, ну, вот, чтобы... Восковая паста есть у нас, но это в магазинах здесь. Все, поняла. Хорошо. Так, и вот это мы посмотрели. А вот что вы будете с доской сейчас делать? Смотрите, это у нас фототрансфер. Перенос изображения на поверхность. Мы тогда это отдельно поснимаем. Давайте еще что-то про золочение. Чем мы еще можем позолотить поверхность? Покажите нам. А ну-ка. Так, о, супер. У нас есть разные оттенки золота. Так, это краска уже, да, акриловая. Краска акриловая, просто есть много оттенков. Она плотная, вот какая у нее укрывистость? Она плотная. Смотрите, что это, наверное, слегка... Тут уже на пару слоев будет сделать, вот она нормальная. А это будет плотное, вот такое золото. Очень красивое. А у вас меловые краски, это так. Скажите, Юль, а вот эти краски, которые вы сейчас показываете, это краски для внешних поверхностей только или для... Ну, для внутренних и наружных подходит, да, можно, конечно. Да? И это для, скажем так, для стекла подойдет эта краска? Будет, да, держаться? Нужно обезжирить, главное. Ну вот если у нас на стекле... Есть вот та же краска, просто так. Цвет другой. А можно, ага, вот эти вот маленькие листочки, завитушки, да, прорисованные этой краской. Смотрите, краска та же самая, просто цвет белый, зеленый. Металлики. Все, я поняла, металлик. А скажите, пожалуйста, это вы лаком вскрывали бутылку или нет? Нет. Так она вот и остается, ее не нужно обжигать, она будет держаться. Да. Это мыть можно? Много лет. Мыть можно, опять-таки, не посуды мочь. Ну, понятно, да. Хорошо, давайте спасибо. Да, что-то еще что-то интересное. Покажу вам, у нас новые маркеры появились по стеклу. Ага, давайте. Маркеры по стеклу, керамики, фарфора. Держится без запекания, можно стирать... Производитель кто? Китай? Нет, это Бельгия. Отлично. Хорошо, спасибо большое. Мы тогда к вам в следующий заход еще с мастер-классами подойдем. Спасибо вам огромное. Сейчас покажу вот этот... Стенд, вот девочки работают, посмотрите, какое количество материалов, очень много новинок, вы можете прямо здесь на выставке ознакомиться с ними и что-то приобрести на пробу. Так, вот сейчас мы узнаем. 71 гривна со скидкой сегодня на выставке. Вот такие маркеры по стеклу, которые не требуют обжига. Ну что? До новых встреч на канале Самоделки. С вами была Юлия Дмух. Подписывайтесь на канал, следите за новинками.